как смазать с велосипеда. Итак, у меня вот был такой вот, закончился такое масло для смазки цепи. Вот. Поэтому я что взял? Вот такое обычное масло для смазки шины и цепи, бензопилы, электропилы. Все. Взял такое вот обычное, сорвал травинку. Вот такое. И все, берем сюда, макаем и смазываем вот так вот пины в поперечном движении, чтобы масло попало между пинами, в пины туда. Так, в поперечном движении. Так, вот так смазали. Ждем минуту. И вот так вот проворачиваем цепь, чтобы вот этот, вот это звено было вот здесь. И опять вот это вот. Вот так вот смазываем. Опять подождали минуту две, чтобы вот это масло, которое мы сейчас намазали, туда, между пинами, все промокло прямо, смазало все. И опять берем, крутим педаль опять отсюда, с этого звена, чтобы это звено оказалось вот здесь, отсюда сюда. И опять, и жди, опять ждем минуту две, чтобы все масло прошло хорошенько, там смазало. Вот, ну, говорят, что велосипедное масло на 100-150 километров хватает, чтобы цепь смазывать. В зависимости от условий. Если, конечно, пыльные дороги, то почаще. То обычное вот такое вот, для бензопил, такое масло можно, нужно километров через 80 менять на цепи велосипеда. Вот так вот, подручными средствами, когда внезапно закончилось масло для смазки цепи, мы вышли из положения. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик.